Look at me. Just look at me. Look at me. Just look at me. Несколько давай, я сбоку. Давай сзади. Хорошо. Вот уже отбегал. Только пришел на тренировку. Да, сегодня все подходит как-то в своем решении, потому что каждый будет делать свою задачу. Да. В принципе, нет необходимости всем кучкой ходить, как с барьерами. Поэтому, да, сегодня больше свободный график. Уже Ася отбегала. Да. Василий сейчас начнет. Ну, довольный уже. Ася, да, Ася хорошо бегала. Да, и она едет в Суздаль, может быть, почему-то. Довольно. Вот, да, так что ты сейчас будешь заниматься. 20 минут, стой. А дальше я скажу, что делать. Окей. Пришел в Москвич. Продолжаем разминку. Я говорил, не могу снимать. Ускорение по максимуму, по 300 метров. Но я уже... я даже ползать могу. Кстати, интервью как? Самочувствие? Отлично. Настроение боевое. Продолжаем ухайдаковаться. Вообще очень устала, я же стояла на месте. Да. Я же ничего не делала. Обожаю просто, когда люди бегают, а я просто командую. Это прям лучшее, что есть. Вообще, лучшее чувство. А, плетки не хватает. А? Плетки? Ну, плетки даже придется руками махать. Мне, конечно, руки плёткой сильные, но... Ну, это все равно работа какая-то, да. Вот, так что все молодцы, все справились. Я бы даже, как оказалось, выжили все. Паша быстрый такой, оказывается, вообще неожиданно. А это такой... Не знаете. Вообще. Выходит чуть-чуть. Ну, человек животик начинает быстро носиться. Да вообще просто такой там как залупил первые 10-30 секунд. Вот. Ну ты молодец. Круто. Все, справился. Жду тогда на следующем занятии. По кайфу прям. Так, танец, да? Да, танец. Да, сейчас. Look at me. Just look at me. О, ща. Отличное упражнение. Попотряс. Just look at me.